должна спуститься по трапу на площадь группа матросов. Для того, чтобы снять эту сцену в макете корабля, была сделана сквозная поперечная прорезь. Декорационный фрагмент борта корабля, сделанный в натуральную величину, удалялся от аппарата вглубь площади метров на 40. Итак, макет установлен перед камерой. Актеры готовы к спуску по трапу. Совмещение всех деталей в объективе идеальное. Мотор, и на экране полная иллюзия гигантского корабля.